смотрите AM Television. С вами снова я, Виджей Лопатин. Только у нас в проекте Events вы увидите самые модные события большого города. Вечеринки, открытия, презентации из самых ярких людей столицы. Не пропусти, смотри прямо сейчас, потому что мы начинаем. Madness. В огнях Уфы в клубе 11. А хедлайнером вечера является профессиональная фотомодель, диджей и просто девица супер красоты. Это Диана Мэлисон, друзья. Приятных и красивых, а Диане Мэлисон. Ну, Диана Мэлисон в первую очередь очаровательная девушка, модель, диджей. И с очень крутой внешностью. Наверное, все парни восторгаются ее образом жизни, ее стилем, ее голосом и, конечно же, ее телесными данными. Мэлисон – одна из лучших и востребованных моделей не только в России и стран СНГ, но и также за рубежом. Сегодня пришли принципиально на вечеринку на Диану Мэлисон? Да. Мы сегодня пришли посмотреть на Диану Мэлисон. Да. Ты что, серьезно? Прикинь, я тоже пришел посмотреть. Я трезвый, я не пью. Привет, пару вопросов для M-Television. С какой целью сегодня в клубе? Отдохнуть, посмотреть на Диану. То есть ты ее фанат, поклонник, да? Ну, в какой-то степени, может быть. Очень хочу увидеть. Диану Мэлисон. Понятно, извини. Я правда тоже ее не понял, не слышал. Пару слов буквально. Расскажи о Диане Мэлисон, кто это? Ты с ней знаком? Да. Все это мои друзья. Вы всегда найдете людей, восторгающихся внешностью юной этой леди. Это Диана Мэлисон. А вы смотрели проект Events, то, что происходит в нашем городе. Живи в ритме, будь в тренде, смотри AM Television и, возможно, увидишь себя со стороны. С вами был Виджей Лопатин, специально для AM Television и Огней Уфы. Пока, друзья.